Откуда сам? Попов Артем Викторович, город Междуреченск. В городе Северодонецк Луганской области бойцы украинской армии взяли в плен двух военнослужащих оккупационной российской армии. На кадрах, распространенных в социальных сетях, пленные утверждают, что не имели никакой военной подготовки. В течение двух недель их продержали в Чечне и отправили воевать. Представляем вам кадры русских пленных. Кемеровская область. Где проходил службу? Нигде. Вот в Чечне только две недели дали пострелять с автомата по 3-5 патронов. А где именно дали? Это Русь. На университете русского спецназа мы постреляли дальше. Все. И сюда. А, дальше. Луганская область, Великие мосты. Я служил в Украине. Луганская область, Великие мосты. Как попал на сторону Сепра? Не звали, пошел, забрали. Родственники, дети, жена есть? Мать, отец. Мать, отец. Ну, передавай привет, ебать. Может, увидят, ебать. Поймут, что ты живой. Ну, здравствуй, мам. Жена. Нема у него. А у тебя жена. А, гражданский брат. Брак у меня, и все. А так, братья. Так же за тебя тоже никто не печется, да? Понятно. Ой, блядь. Бля, пацаны, я в ахуе. Ну, говорим за то, как есть. Вот если каждый из вас поднимется там и скажет, что нихуя, тогда будет толк. А то, что вы, блядь, бухаете, наркоманите, или кто-то там есть у вас, ничего толку не будет. Вы пришли на землю нашу, тем более ты украинец, тем более у тебя украинский паспорт. Я перед тобой...